фарисеи врываются в наши дома, получив незаконно ключи и пин-коды. Они мучают в тюрьмах и сводят с ума несогласных с режимом их мнимой свободы. Фарисеи в коррупции празднуют власть, соорудив пирамиды двойных бухгалтерий, системы, где каждый стремится украсть, на пике возможностей беспредела. Смертельные раны, наблюдая весь ужас несения креста, мы по-прежнему просим вернуть нам Варнаву. Над Голгофой бездонное небо темнеет, надвигается черной дырою гроза, и никто из пришедших сюда не посмеет посмотреть раздирающий прах.